Прокуратура осталась недовольна ликвидацией последствий снегопада в Твери. Напомним, 6 февраля в городе выпало более 12 сантиметров осадков. Улицы и дороги были полностью покрыты снегом. А коммунальные службы, по мнению горожан, не справились со своей работой. Тему продолжит наш корреспондент. На борьбу с непогодой городские власти бросили внушительные 30 единиц спецтехники, а также порядка 50 дворников. Колонны снегоуборочных машин вышли на улицы в сопровождении экипажей ГИБДД. Ночью перед началом снегопада была проведена обработка противогололедными материалами автомобильных дорог города. После начала снегопада производились работы по механизированной уборке и также производилась повторная обработка песко-соляной смесью и другими противогололедными материалами автомобильных дорог. В первую очередь обрабатывались магистральные улицы, затем техника переходила на уборку дорог 3-4 категории. Несмотря на приложенные усилия, коммунальщики не справились с задачей, считают горожане и руководитель региональной прокуратуры, который выразил свое недовольство, инициировав проверку по факту ненадлежащего содержания улично-дорожной сети во всех 4 районах города. На предмет соответствия ГОСТу о содержании дорог в зимний период были проведены замеры снежного покрова на бульваре Нагина, переулке Спортивном, улице Фадеева, улице Волынская, улице Виноградова и иных улицах города Твери. На всех обследуемых участках были зафиксированы нарушения эксплуатационного состояния дорог в зимний период. Также в ходе проверки были выявлены нарушения и в парке, где стоит техника. Было установлено 22 единицы техники, которые ввиду неисправности и нахождения на ремонте не приступили к работам по устранению последствий снегопада. На данный момент прокуратура уже уведомила МУБЖЭК о выписанном административном штрафе. Копии информации о проверке и выявленных нарушениях будут направлены в администрацию города Твери.